Всем привет! Видео специально для канала Олег Нестеров Брест. Видео для конкурса. В общем, видео будет о познании азов шпаклевки. Как начинающим нелегко в этом деле. Вот наш Александр, наш главный роль Александр. Крыло такое вот мы нашли. Ну, не нашли тут. Взяли с машины с одной, которая шла на разборку. Вот есть шпаклевочка, молоток. Ну-ка, держи крыло. Ну вот, будет над чем поработать. Бери шкурку и затирай, короче, вот это все. Вот. Хорошенько надо затирать все. Шкурка 320. 120. Ну вот так, мы все было взяли. Хорош, пойдет. Ну вот эти ямки надо как следует тоже прошкуривать, чтобы не было глянца никакого. Пойдет, Санек, пойдет. Дальше тряпочку какую-нибудь возьми. Неудобно, крыло падает. Пыль, смахнуть пыль надо, чтобы не было никакой пыли. Ну, как бы можно было и лучше, но ладно, пойдет нам это крыло, потом не надо. Пыль смахнули, поехали дальше. Все, нормально. Открываем банку. У нас такая шпаклевка большая, банка. Бери только немного, маленьким шпателем. Что там за мусор у нас вообще? Ну бери, бери. Ну побольше, побольше. Ну хватит, столько пока. Банку надо будет закрыть потом. Твердителя немного, да, идет? 3% где-то. Ну еще чуть-чуть. Так, нормально. Вот как размешивают. А, как-то Саша уже показывал, как размешивать. Как бы тут это приходит с небольшим опытом. Как быстро размешать и все такое. Ну вот, уже пошло чуть-чуть. У Саши получше дело. Вот. О. Ну вот, собери шарик такой, все аккуратный. Давай, иди сюда. Ну, с этой стороны надо было вообще-то. Ну ладно, можешь с этой. Как тебе удобно. Так будем накладывать, да? Ну, собери шарик, возьми маленький кусочек вот отсюда. Давай обратно, 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 шарик. Вот. Отсюда, нет, вот так, отсюда бери кусочек. Отсюда, да? Вот так, да, вот так. Ну ладно, потихоньку начинаю намазывать. Мог и больше отсюда начинать, с краю. Отсюда? Ну, где ямы, да, где видишь, где надо, как бы, да. А, побольше было, брат, побольше, сразу бери. Растягивай дальше. Угол слишком вот так, ниже шпателя, пускай тогда будет тянуться. До самого, до сюда, до конца тяни.
еще больше. Это потом размажешь, сначала давай, еще бери. Видишь, снимаешь уже. Слишком много, не надо так сильно, не прижимай так сильно. Шпатель пониже опускаешь, все как бы размажется все. И последняя. Видишь, ты сильно слишком прижимаешь, как бы не. Теперь еще раз по всей пройдись аккуратненько. Вот так, да. Ну, типа того, там толсто навалили мы, тут есть, это вот тут замажь, как бы, вот. И теперь опять сильно слишком поднимаешь, чтобы угол всегда одинаковый держи. И шпатель не тут бери, а вот так всей рукой, как бы, здесь вот. Чтобы уровень одинаковый был. Ну так, ладно, ставь, а теперь отсюда. Отсюда подойди. И так стяни все. Один раз. Угол опять небольшой, да? Ну, так вот держи. Старайся не снимать уже то, что наложил, а просто размазать как бы. Ну, что-то типа того. Получимся? Ну, нормально. На первый раз сойдет. Так вот сейчас. Шарики катай, просто выкини. Ну, если когда них не остается, можно это. Скинь просто. И самое главное, не забыть помыть. Так, моем. Вот так. Ну, мыть мы уже умеем. Ну вот так, Саша, положил шпатлевку первый раз. С небольшой моей помощью. Александр очень хочет быть гаражником. Учимся, учимся. Все с чего-то начинали. Да, все с чего-то начинали. В общем, видео специально для канала Олега на конкурс. Ну, строго не судите, кому интересно, голосуйте. Смотрите канал Олега Нестерова. Подписывайтесь на наш канал. Ну да, на наш канал-то ладно. На рацию заходите, на Зелла. И как это? Подключайтесь к гаражному движению, к автомобильному делу. Всем добра и бабла. Ну, это уже Олега. Это Олега фраза. Всем пока, всем счастливо. Чао.